Котельническая искорка успешно выступила в Греции. Там прошли два международных фольклорных фестиваля. Жюри по достоинству оценило творчество кировского коллектива. Из Греции искорка привезла сертификат и диплом за профессионализм. Михаил Конышев с подробностями. Ансамбль песни и танца «Искорка» из Котельнича попал на международный фольклорный фестиваль по направлению Государственного российского дома народного творчества города Москвы. В греческих городах Неокарвале, Кавала, Катерине иностранная публика познакомилась с творчеством ансамбля песни и танца «Искорка». Колорит и красота русского танца в сочетании с яркими костюмами не смогла не оставить яркий отпечаток. Яркие, красивые, сочные цвета, смена костюмов. Красивая хореография и, конечно же, молодежный коллектив, состав, такая группа. И особенность еще «Искорки», что мы все и не только танцуем, но и одновременно поем. Выступления коллектива проходили на разных площадках под открытым небом. И где бы ни выступала «Искорка», всегда зритель кричал «Браво!» и «Молодцы!», потому как в Греции проживает очень много наших соотечественников. Мы покорили их. Президент фестиваля, первого фестиваля, 41-го фестиваля, значит, сказал, что... что я никак не ожидал, что ваш коллектив вот из поселка, потому что там же адрес есть, что поселок Ленинская Искра, Котельнического района, вот Кировская область, это далеко от Москвы, что такой коллектив у вас хороший, на таком уровне. Вы просто молодцы, вы мастера. В ближайших планах у «Искорки» поездка на будущий год в Португалию. Уже получено приглашение. А также в перспективе побывать с концертами в Испании и Франции. Михаил Конышев, Валерий Никулин, Вести, Киров.